путешествии по местам малознакомым все имеет значение. Простое человеческое любопытство, умение всмотреться пристально, неторопливость, желание слушать, а значит, знакомство с людьми, которые сами стали как бы достопримечательностью края. Кемеровская каменно-угольная область самая маленькая в Сибири. Всего 500 километров с севера на юг и 300 с запада на восток. С именем Кузбасса у нас связано представление об угольных и железорудных шахтах, заводах-гигантах черной металлургии, предприятиях большой химии. Словом, Кемеровская область – это всеми признанное индустриальное сердце Сибири. Между тем, многие из нас не видели и не знают и сотой доли того очарования, которое окружает эти рудники, шахты и заводы. Люди жили здесь, конечно же, еще до индустрии, и знаменит он стал вовсе не только с момента насыщения промышленностью. Это не нечто, возникшее в 20-е и 30-е годы, тут весьма глубокие корни. Освоению Кузбасса те же 400 лет, что и Сибири. Так что индустриальная слава его на исторических корнях 400-летней давности. Интересному путешествию погода не помеха. И все-таки оно становится праздником, если греет ласковое солнце, если не завывает холодный ветер, если не льет бесконечный дождь. Чтобы снимать эту передачу в погожие дни, нам был необходим прогноз погоды на ближайший месяц. И это привело группу к человеку, которого не только в Кузбассе, по всей Сибири называют «богом погоды». Именно под таким именем знает здесь каждый Анатолия Витальевича Дьякова, который живет в маленьком уютном городке Темиртау, это в горной Шории, и руководит небольшой метеостанцией. Наш знаменитый и старейший хлебороб, академик Терентий Семенович Мальцев, говорит, что земледельцы должны научиться получать хороший урожай зерновых при любых погодных условиях. Вот только нужно знать, что же ожидает тот или иной район страны, какими будут весна, лето, осень, зима. Отсюда, из горной Шории, идут долгосрочные прогнозы погоды для тысяч жителей восточных районов страны. Мы еще вернемся к Анатолию Витальевичу Дьякову, в его небольшой дом, который стал и научной лабораторией. А пока, вооружившись обнадеживающим и достаточно оптимистичным прогнозом, который в дальнейшем целиком оправдался и очень помог нашей работе, мы продолжим путешествие, рискнув не только ехать, но плыть и лететь. Край этот называется Кузнецким бассейном. И если он так называется, то, наверное, почему-то. Не потому ли, что его коренные жители были искусными кузнецами, мастерами по выплавке железа из руды и изготовлению из него различных изделий. Еще сибирские летописи называли их кузнецами. Отсюда, видимо, и пошло Кузнецкая земля. А вот Кузбассом предложил его назвать по имени первого города края, Кузнецка, русский геолог и историк Петр Александрович Чихачев, побывавший здесь в 1842 году. Еще при Петре I
развернулся поиск железных руд. В 1721 году в районе нынешнего Кемерово рудознатец Михаил Волков обнаружил горелую гору в 20 сажен высотой. С тех пор стало известно о сибирском горючем камне. И когда недавно отмечалось 50-летие Кемеровского рудника, на высоком берегу Томи, почти на том самом месте, поставлен обелиск, первооткрыватель сибирского угля Михаил Волков. Имя его носит сейчас и одна из площадей города Кемерово. Сейчас в маленькой Кемеровской области 19 городов. И не каких-нибудь, а знаменитейших. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск. Все мы, конечно, знаем, как велико значение в освоении этой земли Московско-Сибирского тракта, строительство которого началось в 1733 году. Он шел через Казань, Свердловск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск. Широко и привольно раскинулся Новокузнецк на обоих берегах реки Томь. Кто сегодня узнает в этом городе-красавце, городе-богатыре, небольшой деревянный острог, каким он вошел в жизнь в 1617 году? Но казацкая крепость стояла на сибирской земле твердо и уверенно, и уже через 5 лет она получила статус города. Немало героических страниц вписал Новокузнецк в летопись трудовой славы страны. А какими словами можно соизмерить его роль в годы Великой Отечественной войны? Тяжелая индустрия Новокузнецка имела огромное оборонное значение. Здесь, так же как и на фронтах войны, ковалась долгожданная победа. Кузбасс – один из величайших в мире угольных бассейнов, главная кочегарка России. На крошечные, по сибирским масштабам территории, 900 миллиардов тонн запасов угля. Горняки Европы благословляют небо, если встречают двухметровый пласт. В Кузбассе же пласты в 12-16 метров – заурядное явление. А разве не вызывает восхищение пласты мощностью в 50 метров? А бывает и в 80-90 метров. И какого угля? Сейчас в области работают 100 шахт и разрезов. Один из них – знаменитый Бачатский. Здесь добывается каждая третья тонна коксующегося угля. Только в этом году в Кузбассе будет взято 150 миллионов тонн угля. Пятая часть всей добычи страны. Интереснейшая страница Кузбасса – его железный пояс. Начинается он на севере области, в Тисульском районе. Здесь много старых рудников, таких как Салаирский, ему 200 лет. Чрезвычайно удивительно и интересно, что Салаирский рудник и Гурьевский завод, который вы сейчас видите,
действует и поныне. Вообще, Гурьевский завод, начавший свою жизнь в 1816 году, сперва был железо- и сереброделательный. Курировал его граф Гурьев. Предприятие это чуть ли не единственное в Сибири действует непрерывно, с момента возникновения по сегодня, угасая и снова возрождаясь, зная взлеты и падения. Несомненно, Гурьевский завод был связан с Кузнецким металлургическим комбинатом. В свое время он делал для него детали, но это уже в наше время. Рассказывает, что завод уникален еще и тем, что делал кандалы для всей России. Те самые, в которых пешком шли в Сибирь многие лучшие люди страны. В литейном цехе Гурьевского завода несколько позже изготавливали художественное литье высоких достоинств. С его образцами мы познакомились в краеведческих музеях области. Еще один любопытный факт. Из первого чугуна Гурьевского завода был отлит обелиск, который сейчас стоит в кабинете Владимира Ильича Ленина в Кремле. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. К стихотворению Маяковского, которое называется «Рассказ Хренова о Кузнецком строе и о людях Кузнецка», предшествует эпиграф, маленький фрагмент из разговора поэта с Хреновым в Москве. Вот как он звучит. К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей. Пророческие слова. Сам Кузнецк-строй – фантастическая стройка, а Хренов вовсе не вымышленный человек, а абсолютно реальный. На комбинате сохранилось его личное дело. Нашли брошюру, принадлежащую его перу. Интереснейшая личность, увлекающийся, преданный делу человек, который умел заражать своим энтузиазмом и окружающих людей. Он поразил и Маяковского. Хотя поэт никогда не был в Новокузнецке, этому не хочется верить. Такими пророческими оказались строки Маяковского. В прошлом веке на Сибирь смотрели, как на золотой сундук. В Кузбассе рассыпное золото было открыто в 20-х годах прошлого века в Мариинской тайге. Еще до революции здесь было добыто более 50 тонн рассыпного и рудного золота. После строительства Транссибирской железной дороги сюда, через Дикую тайгу, была доставлена первая драга. По тем временам ее покупка, транспортировка и установка обошлись в баснословную сумму. Но это оправдало себя. В Кузбассе и сейчас много действующих приисков. Например, на Кирике с мутной водой от золотопромывки.
Здесь, как и много лет назад, моют золото, работает драга, вот такая огромная. Все необычно и в какой-то степени загадочно, потому что сама профессия золотодобытчик всегда была окутана некоторой тайной, а с местами этими связано множество рассказов. Уже в наши годы на этой земле был найден клад из множества монет с вензелем Николая I. Кузнецк, а теперь Новокузнецк, всегда был весьма просвещенным городом. Как и всюду в области, есть люди, которые любят свой край, берегут его, стараются открывать для истории все новые и новые его страницы. Живет в Кемерово Мария Моисеевна Кушникова, историк, искусствовед, переводчик с многих европейских языков, автор многочисленных статей о прошлом Кузбасса. Ее усилиями многое восстановлено. Ведется большая просветительская работа. Она автор плаката «Литературная карта Кузбасса». На ней портреты многих писателей, лучших умов России, маршруты их пребывания в этих местах. На первый взгляд край удивляет тем, что это стальное сердце Сибири, можно сказать. То есть это край огромной мощности индустриальной. С другой же стороны, когда здесь поживешь и просто поближе узнаешь этот край, убеждаешься в том, что в нем очень глубокие, многовековые культурные традиции. И это делает его еще интереснее, потому что, очевидно, ничего так не украшает страну, край, как такое счастливое соединение индустриальной мощи и глубоких корней культурных традиций. Если говорить о культурных традициях, то опять-таки и в них удивляет ряд многоплановых таких аспектов. Ну, во-первых, это обилие имен, связанных с этим краем, то есть имен известнейших, в общем-то, для каждого, значит, российского, в общем-то, человека с детства. Ну, достаточно сказать, что, допустим, с нашим краем связаны имена Радищева, наберу так сказать, немножко хронологически, допустим, Радищева, Достоевского, Наумова, Бервифлеровского, Чехова, Гарина Михайловского, Маяковского, Оренбурга, Горького косвенно. Ну, Маяковского тоже, в общем-то, косвенно, о чем мы сможем еще сказать. Но что касается Достоевского, то тут можно сказать, что Кузнецку повезло. Потому что именно в Кузнецке стоит вот тот маленький деревянный домик по улице Достоевского, номер 40. Вот у нас есть, значит, фотография этого домика. Но это не так, как он выглядит сейчас. Вот, значит, некогда он выглядел вот так, позднее, значит, выглядел вот этак. Сейчас в нем музей открыт Достоевского. Так вот, в этом домике жила с 1855 по 1857 год Мария Дмитриевна Исаева, то есть первая супруга Достоевского. О ней сказано вообще в литературе Достоевского очень достаточно мало, потому что большее место отведено Анне Григорьевне, естественно, у нас с ней прошло долгие годы. Но даже то короткое время, которое Достоевский провел с Исаевой, и, пожалуй, даже тот очень короткий период, который, в общем-то, уже сейчас принято называть кузнецкой коллизией, кузнецкой драмой Достоевского, тот короткий период, который он сам называл грозным чувством, связан именно с Кузнецком, вот с этим домиком.
Ну, я думаю, что вот в этой Кузнецкой коллизии, конечно, самое примечательное, это то, что Настасья Филипповна, она во многом, по сути говоря, является образом Исаевой. То есть я имею в виду образом в том смысле, что она, по сути говоря, срисована, ну, может быть, не копийно, конечно, в общем-то, это всегда сплав, в основе вот этого образа лежит Исаева. Наверное, только в Кузнецке можно было найти фотографию священника Евгения Тюменцева, который венчал Достоевского и Исаеву. И этот человек для нас вот почему интересен. Потому что в 1904 году Валентин Федорович Булгаков, ну мы все знаем, о ком идет речь, это последний, значит, секретарь Льва Николаевича Толстого, он, будучи студентом в Томске, ну и большим ревнителем, значит, своей родины, своего города Кузнецка, он очень пристально приглядывался вообще к этой коллизии Достоевского, к этому домику. И это понятно, потому что его отец, в общем-то, был смотрителем уездного училища Кузнецкого и, несомненно, был знаком с Достоевским. Так вот, в 1904 году он опубликовал статью, ее, значит, можно вот фотокопию увидеть. Статья Булгакова тем интересна, что она доносит до нас то, чего нигде больше мы бы не нашли. Вот мы сейчас говорили о священнике Тюменцеве, значит, вот мы от него узнаем, что Достоевским был написан потрясающий документ, который сейчас утерян и который нужно искать, потому что он не может не сохраниться, он должен был где-то сохраниться, некое письмо-исповедь, которое Достоевский написал Тюменцеву после кончины Исаевой. Кандальный путь... парадоксально, страшный путь, омытый слезами путь, был одновременно как бы артерией, через которую в Сибирь приходили, приезжали, поступали лучшие умы России. Это Радищев, это, ну, тот же Достоевский, это Короленко, декабристы. У нас сохранились памятники, они, их не очень много, они, так сказать, не, может быть, не особо в таком уж состоянии хорошем, но мы, конечно, надеемся на лучшее, на реставрацию, связанные вот именно с этими именами. Наилучшим доказательством старинных, глубоких корней культурных традиций Кузбасса является народное творчество, свидетельство которого, многие свидетельства которого нам удалось обнаружить и в фондах музеев, и просто в живой жизни. Ну, нельзя не сказать о деревянной резьбе. У нас есть город Мариинск, который буквально является городом деревянных кружев. Мариинску 250 лет. Это бывшее село Кийское. Сохранил не только торговое ядро города, но и всю исторически сложившуюся планировку, облик небольшого торгового сибирского городка. Здесь такая деревянная резьба, что ученые и искусствоведы предлагают вписать Мариинск в список исторических городов. Казалось странно, почему такая резьба именно в Мариинске, на голом месте. Так не бывает. Где-то должны были быть корни народной традиции. И вот сейчас собран фантастический альбом деревянной резьбы Кузбасса. Она сильно отличается от российской. Главная ее особенность – неуловимая и вместе с тем многообразная узнаваемость. Ведь сюда приезжало население из разных мест России и в разные времена, и каждый приносил то, что
видел у себя на родине. Это ложилось на некий подвой местной культуры. Получился весьма своеобразный культурный сплав, который со временем стал просто уникальным. Каким добрым ветром, каким чудом перенесла сюда палехская живопись и получила право гражданства на сибирской земле. Почему отступила от своих классических канонов и из изящной миниатюры превратилась в монументальную живопись? Просто кистью художников Палеха, наверное, водило само величие и необъятное земли сибирской, ее удаль и размах. Справедливое утверждение, что колыбель человечества стояла у берега реки, на опушке леса. В Кемеровской области общая протяженность рек около 3000 километров. Кия, Иня, Урюп, Мрасу, Чумыш и, конечно, Тон. И почти на каждой есть пороги. Это и кийские, и мрасские, и усинские пороги. Если посмотреть на пороги сверху, откроется удивительная картина. Когда-то в этом районе произошла геологическая катастрофа. Горы сдавили реку, сильно наклонили ее в сторону порогов, а упавшие глыбы разделили ее на множество рукавов и ступенек. Перепады воды подчас достигают 20 метров. Обычно лодку спускают вниз по реке древним шорским способом, на шестах. Шест сибирского гондольера, что палочка-выручалочка из старой доброй сказки. Он поможет вывести лодку с мелководья, подстегнутый молниеносным импульсом сознания, отведет от ее днища роковую встречу с камнем-торпедой и вновь направит суденышко на обманчиво спокойную гладь реки. Река по своей сути безгрешна, как и сама природа. Но свой ящик Пандоры имеется и у нее. Сейчас он закрыт, и ничто не тревожит мир первозданной тишины и гармонии. И сама река на протяжении многих километров неторопливо и задумчиво, молчаливо и величаво. Но рожденная в горах, унаследовавшая от матери природы мятежную силу духа, Кия внезапно становится неукротимой, дикой и своенравной.
Но река и люди слишком долго прожили рядом. Они научились понимать друг друга с полуслова. Притерлись характером. Реки этих мест всегда были богаты рыбой. В Кии и в Тани обитали нельма, таймень, ленок, осетр, стерлиц и даже сиги. Их промысел ведется в основном на озере Большой Берчикуль, и кое-что берут в Тани. Тысячелетия назад местные жители устраивали на прибрежных скалах святилища, чтя и поклоняясь здесь таинственной и непознаваемой природе. Есть еще одна достопримечательность, о которой невозможно не рассказать, путешествуя по Кемеровской области. Это знаменитые Писанные скалы. Они близ деревни Писаной, на правом берегу реки Томи. Потому, наверное, называют их Томскими писаницами. Это один из самых ценных памятников старины, который хранит Кузнецкая земля. И чтобы увидеть эти древние рисунки, мы отправились вниз по Томи, за 90 километров от Кемерово, к устью небольшой реки Писаной. Высокий каменистый берег, на первый взгляд, ничем не примечателен. Таких много на Томи. Но это необычные скалы. Снизу доверху они испещрены незатейливыми и загадочными рисунками. Это богатейшая коллекция первобытного искусства эпохи бронзы и неолита. Еще в начале 18 века первые русские историки Сибири посылали сюда геодезистов и художников, чтобы эти древности обстоятельно увидеть, описать и, где возможно, ознаменовать, то есть срисовать. Местный археолог, профессор Кемеровского университета Анатолий Иванович Мартынов, много сил положивший на то, чтобы как-то сохранить эти автографы предков, эти скальные рисунки, ставшие историческими, написал несколько замечательных книг на эту тему. Одна из них символически называется «Лодки в страну предков». Это одна из немногих писаниц Советского Союза, которая имеет очень длительную и богатую историю исследования, насчитывающую почти 300 лет. Первые сведения об этой писанице появились в сибирском приказе еще в 17 веке. В то время, когда Сибирь только начала осваиваться русским населением, когда были проложены первые тропы по этому безбрежному краю, лежащему за Уральскими горами. И вот один из землепроходцев, один из тех русских людей, которые и осваивали, и положили основу освоения края, написал сибирский приказ, что не дошед Томского острогу, лежит камень высок и велик, и скоты и болваны на нем всякие написаны, а ежели камень разверзнется, то и внутри его тоже написано. Где бы ни пролегали тропы научных экспедиций, тропы ученых,
по безбрежным просторам Сибири, они считали своим долгом посетить этот замечательный, уникальный памятник истории культуры. Писанные скалы расположены совсем недалеко от того места, где проложенная по тропам землепроходцев проходила дорога через Сибирь, так называемый Сибирский храм. Тем более удивительно, что столь неповторимая галерея рисунков и целые сюжетные полотна художников глубокой древности, расположенные прямо под открытым небом, столь ценный памятник, можно сказать, лежащий на дороге, оставался неопубликованным. Профессор Мартынов закончил эту работу. Он описал скалы, скопировал с них рисунки. Теперь нужно всеми силами сохранить это чудо. Анатолий Иванович Мартынов насчитал таких рисунков 280. Многие из них сразу бросаются в глаза, поражая величием и великолепием. Они нанесены каким-то резцом на заглаженных водой и ветром зеленоватых поверхностях камней. Окраска камня делает изображение еще более четкими. Все камни с рисунками обращены к реке. Они очень просты и многозначны. Видимо, многие поколения людей трудились над ними. Сибирь очень богата археологическими памятниками. Сибирь или Северная Азия. Сейчас хорошо изучены памятники различных археологических эпох. Но мне хотелось бы обратить внимание на особое значение этих памятников в связи с тем, что Сибирь принадлежит, или Северная Азия, это одна из немногих в мировой истории зон бесписьменной истории. И вот, исходя из этого, особое звучание, особое значение приобретает изучение древней истории через археологические памятники. Памятники археологии сибирской принадлежат к числу памятников мировой истории. Во время путешествия довелось нам встретиться и с теми самыми искусными кузнецами, по имени которых и называется эта земля, шорцами и телеутами. Башында отырып, талычак башын одоком. Ляй-ляй-ляй-ляй-ляй-ляй, толычак башын одоком. Эрте дуртан энедің, энешігінен билетім. Кеч дуратан энедің, мен дүнігінен билетім. Ляй-ляй-ляй-ляй-ляй-ляй, мен дүнігінен билеттім. Ерте тұрған әнелер, ол әленесі болатын. Кеч тұрқалған әнекке, қалағаш қоқи дүшіртен. Ляй-ляй-ляй-ляй-ляй-ляй. Айлатканда дүргенде, кешке де түшеке, оншо құштар тарнаққа. Check it.
у кемеровского художника Кирчанова есть чрезвычайно интересная телеутская серия живописных полотен. Это видение народа глазами мастера, долгое время жившего среди них, тонко увидевшего и хорошо понявшего прошлое народа и его сегодняшний день. Какое замечательное у них прикладное искусство. Какие прекрасные коллекции одежды. Многое носят они и сейчас. Какие великолепные мастерицы-золотошвеи. Какие красивые халаты они создают. Про них рассказывают целые легенды. Культура пришла и к шорцам, и к телеутам от русских. Они научили их грамоте. Показали, как надо рубить настоящие избы с надворными постройками вместо ветхих казымов. Но, как всякий народ, шорцы и телеуты сохраняют свои обычаи, традиции, обряды и свою мудрость. Детство все помнит. Детство – пора, когда формируется и личность, и характер. И невозможно себе представить плохим человека, выросшего вот в таких местах, где вольно дышится, где люди добры, где есть твоя река и твой лес, и твоя земля, и твой конь, который несет тебя по жизни. Вот это и есть то самое конкретное чувство Родины, которое несет в себе каждый из нас всю жизнь, как несет его Алексей Архипович Леонов, родившийся на этой земле, в единственной для него деревне Листвянки, где помнят и чтут его, откуда ему было так же хорошо видно родную землю, как из космоса. Большое Берчепульское озеро. Даже если посмотреть на него с высокой лысой горы, зрелище это доставит незабываемое удовольствие.
Рассказывая об этом крае, невозможно не показать горы Кузнецкого Алатау. Правда, облачность помешала снять их во всей красоте. Они не кажутся такими высокими, как на самом деле. Вершины некоторых гор взметнулись более чем на 2-километровую высоту. Их голые вершины видны издалека. Потому, наверное, называют их здесь гольцами. Большой зуб – самая высокая вершина горы. Малый зуб. Большой зуб находится на отметке 2178 метров над уровнем моря. Это колыбель множества речек и ручьев, наполняющих своими холодными водами реки, впадающие в Томь и Чулынь. Хребет лежит в треугольнике, который образует сама Томь и два ее притока – Бельсу и Козыр. К югу от Большого Зуба тянется цепь наиболее значительных вершин. В самой верхней части гор еще в июле можно видеть снег. Кары или цирки, вы сейчас видите, огромные чашеобразные углубления. Считается, что в привершинной части гор они образуются в результате морозного выветривания. За зиму в кары набирается так много снега, что весной и летом, когда начинается таяние, чаша не может вместить всю воду. Она бурными потоками падает вниз, образуя мощные и красивые водопады. В этих горах множество неудивительных родников. Вода их холодна, чиста и вкусна. А вода так незыблема, что в ней, как в зеркале, отражаются и лица людей, и склонившиеся к воде цветы. Путешествуя по поднебесным зубьям, можно в течение одного дня побывать и на суровых горных вершинах, и в тундре, и в непролазной тайге, и на роскошных альпийских лугах. Тайга, в которой растет пихта, кедр, осина, береза, рябина, черемуха, акация и смородина, поражает своей нетронутостью. Лес здесь никогда не рубился. Он такой же, каким был 1000 лет назад. Их тут только нет: кустарников, лишайников, мхов и цветов. Особенно хороши альпийские луга летом. То они цветут синими и желтыми фиалками, то полыхают оранжевыми жарками, то лазоревыми горчавками. А когда расцветают водосборы, это чудо альпийской растительности. Луг превращается в синее озеро с берегами из низких кустарников. Для всякого русского человека многое связано с этой землей. Край действительно совершенно удивительный. Поражает он не только своей ошеломляющей красотой, своими несметными богатствами и творениями рук человеческих, поражает людьми. И в первую очередь энтузиастами своего края, даже если они родились не здесь, а попали сюда волею судеб и остались, как Анатолий Витальевич Дьяков,
который работает в области вот уже 40 лет, чтобы сказать людям совсем немного, какая будет погода. Может быть, не все разделяют его убеждения, но нельзя его не уважать, не преклоняться перед ним. Совсем недаром зовут его здесь богом погоды. Даже за последние 10 лет он предупредил мир не менее чем о полусотне стихийных бедствий. Он заранее послал предупреждение о разрушительных тайфунах Эмма, Флора, Шерли, Бесс, Инесс и других. Он сумел предвидеть и оповестил Министерство сельского хозяйства о засухах 62-го, 63-го, 65-го годов в Западной Сибири и Казахстане. Он предсказал благоприятное для хлеборобов Кузбасса лето 67-го года. Он отлично знает языки, а составляя свои сводки, подписывается так: начальник гелиометеорологической станции Горной Шории Анатолий Дьяков. Анатолий Витальевич Дьяков за многие годы тяжелейшего труда, ведь работает он один, собрал обширнейший материал, накопленный метеоцентрами почти за 1,5 столетия, классифицирует его, анализирует, сопоставляет. Каковы причины атмосферного непостоянства? Почему вдруг случаются страшнейшие ливни, засухи, наводнения? С этими десятками почему ученый обратился к Солнцу? Погода определяется физическими процессами взаимодействий теплых и холодных воздушных потоков. Обычно на земном шаре есть так называемая, уже установленная давно, общая циркуляция. А циркуляция по латыни значит кругообращение. Дело в том, что земной шар у нас играет роль своего рода машины тепловой. И в этой тепловой машине полярные области являются холодильниками, а экваториальные области являются нагревателями. И вот от нагревателя к холодильнику и обратно движутся потоки. Определенными территориями Земли образуются области то высокого, то низкого давления. И вот когда на Солнце возникают взрывы, то потоки электромагнитной энергии устремляются на полярную шапку. И полярная шапка начинает спучиваться, подниматься. Воздух над полярной шапкой начинает подниматься. Воздух становится легче и поднимается вверх, в верхних слоях. Температура над полюсом в это время доходит до плюсовых значений. Это уже на спутниках уже исследовали. На ракетах, на ракетных подъемах установлено твердо. А внизу что делается у самых нижних слоях атмосферы? Там происходит недостаток давления. Там, значит, как бы вакуум. Туда воздух устремляется из стратосферы вниз. И вокруг полярной шапки образуется такой вот восточный ветер, вихревой. Почти 40 лет назад, после окончания Московского университета, Анатолий Витальевич Дьяков стал начальником метеогруппы при строительстве Горно-Шорской железной дороги. Ежедневно он давал прогноз на предстоящие сутки. В ту зиму и определилось его призвание. Погода в этих краях выделывает такие чудеса, которые не укладываются ни в какую синоптическую логику. Многие друзья Дьякова, знавшие его как образованного и одаренного человека, искренне удивлялись, как мог выбрать он столь сомнительное с их точки зрения занятие, как прогноз погоды. А для него это стало делом жизни. Анатолий Витальевич Дьяков обещал нам на время съемок отличную погоду. И она, словно его подарок, постоянно нам сопутствовала. Вот и кончено наше путешествие по Кузбассу. Он навсегда будет с теми, кто здесь живет и работает. А теперь и с нами, куда бы мы ни отправились путешествовать.